1 ноября. Два месяца, как мы живем в этом краю Днепропетровщины, выброшенные из дома войной. Ветер наклоняет тростник, и тростнику холодно. Хожу по этому бережку с толочком. Серые выцвевшие краски и ветер холодный уже, не летний ветер. Вон лошадка пасется. Сейчас попробую подойти поближе. Не знаю, вот такие выходы куда-то за черту двора. Своеобразная перезагрузка. Вот лошадка. Вот она пасется. Я подойду поближе. 100 километров мы от войны. Позавчера тут тоже ночью мы проснулись. Я проснулась от стука. Я думаю, кто-то в окно стучит. А это не в окно стучали. Это война стучала в окно. Отдаленно вон лошадка. Она то тут пасется. Вот она, вот лошадка. То там вон пасется. Вот такая своеобразная, я уже говорила, перезагрузка. Когда хочется выдохнуть все плохое, а вдохнуть свежий воздух надежды, свежий воздух какой-то осеннего ветра, чего-то такого, что будоражит какие-то мечты, какие-то желания смутные такие. Вот что-то хочется такое, на что-то хорошего. Набраться чего-то хорошего, настроиться на какой-то такой лад. Лад такой с будущим, где есть какое-то будущее. Вот как эта дорога. Да, куда она ведет, эта дорога? Вот тут вот лошадка эта пасется иногда. Куда ведет эта дорога? По этой дороге сейчас едут на моцике, на мопеде. Видно, жители поселка. А я вот еще подойду. Мне тут хочется показать. Домичек есть. Вот эти наши прогулки, да? Вот такие. Мне хочется показать домик. Вы сейчас увидите, который вот-вот он показался вдали. Домик вдали. Беленький такой. Вот если его так нарисовать, то даже не поверишь, что он на самом деле, кажется, что нарисованный. Полоска-то полей на горизонте. И вот такие вот ягоды. Вот. Голубые ягоды. Такие голубые. Что-то терен. Так вот. Сегодня надеюсь еще порисовать что-то. Но трудно найти там уголок, трудно найти уголок в смысле времени, в смысле даже физический уголок трудно найти.
Когда было тепло, я находила уголок в уголке сада, а сейчас я то на кухне на столе рисую, то рисую на столе возле окошка там, где моя там кроватка. Я рисую. Ну, сейчас работаю над большой работой журавли. Вот. Вчера первый раз я почувствовала, что какой-то корешок пошел уже к этому дому. Я почувствовала, что вот я уже... Я почувствовала себя как будто уютно, как дома. Печка топилась. Я так полусидела, полулежала на кровати, опершись о ковер. И со мной была моя любимая кошка, с которой мы пережили не один обстрел, ночка моя. И было так уютно, спокойно, как будто дома. Я подумала, как будто дома на какое-то мгновение. Вот. Так что человек камень обрастает мхом на одном месте, а человек тоже обрастает. И все человек может. Он только не может без человеческого тепла. И вообще без тепла человек не может. Льда цветку не распустится. Все ждет тепла, его дает огонь. Коль хочешь ты из пепла возродиться, то холод свой вложи в мою ладонь. Очень хороший человек, поэт Балашов Юрий Николаевич посвятил когда-то мне эти стихи. Это было очень давно. А стихи я запомнила. Они очень красиво и хорошо все объясняют. Все ждет тепла, его дает огонь. Коль хочешь ты из пепла возродиться, то холод свой вложи в мою ладонь. Ну, вот такая произошла прогулка осенняя. Осенняя прогулка. Пока еще листья зеленые вот такие, да, еще осень в силе, лист зеленый в силе, и еще впереди красивая золотая осень, где мы побродим вместе с вами. Слышите, как шумит ветер? Стучат колеса дальние, которых не догнать, да. Так, ну все. Всем хорошего вечера. И главное, чтобы всем было тепло и уютно.